Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Citroen Berlingo. Ремонт задней двери. Машина на фирме, ремонт бюджетный. Итак, мне нужно сделать вот это место примерно так же, как и вот здесь. Ну что, начинаю ремонт. Первым делом разбираю дверь. Итак, дверь разобрал, снял ее. Теперь можно ремонтировать. Это место сделано из нескольких слоев. Поэтому я буду вырезать внешнего металла вот такой кусок. Ну и затем внутри усилитель. Итак, разобрал этот кусок на части и сейчас привариваю вальцовку, чтобы не разошлась при ремонте, и начинаю ремонт внутреннего каркаса двери. Разрывы металла свариваю и затем продолжаю ровнять. Примеряю фонарь и на этом пока все доравняю на машине. Теперь равняю верхнюю петлю, точнее крепление ее, и затем внутренний усилитель и заодно тоже крепление петли. Прикрутил усилитель и теперь по точкам, там где он был приварен, свариваю. Итак, эту часть двери я сделал, теперь буду делать места крепления дверей. Вот они вбиты немного. Таким же способом я их выдерну. Поэтому из старой петли я сделал себе вот такой вот инструмент, то есть, чтобы ломиком можно было выкрутить. Thank you.
и так повесил дверь, зазоры практически идеальные, установил фонарь, так же как с другой стороны, и теперь надо закончить эту часть двери. Для этого я делаю шаблон, так как тот металл равнять нецелесообразно. Вырежу по шаблону и затем приварю. Итак, работы с металлом я закончил. Сейчас просто-напросто подшпаклюю, подгрунтую. Затем внутри покрашу баллончиком. А снаружи обклею виниловой пленкой. Ну что, ремонт двери я закончил, установил на машину. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!